Последние эти врата, Малхут де Малхут. Там есть несколько замков. Что значит, что там есть несколько замков? Это эти врата чем-то отличаются? Что значит, что там несколько замков в нашей работе? Да, но пока что мы должны открыть только один замок. Об остальных поговорим. Есть несколько свойств, над которыми мы должны поработать, и каждая из них представляет собой замок. И не надо думать, что замок — это что-то плохое. То есть нам понятно, что стоит перед нами, и мы должны раскрыть, как мы открываем его, и как мы приближаемся к следующим воротам. И так у нас есть ворота. Ворота — это не только, чтобы закрыть дверь между нами, а это для того, чтобы дать нам силу и мудрость, чтобы мы правильно соединились и обрели бы форму от нас, подходящую Творцу, Высшему Свету, потому что мы тем самым становимся кли для Высшего Света. И поэтому все эти замки, они формируют нас таким образом, чтобы мы стали кли для света. Кли должно быть подобно свету, чтобы свет смог наполнить кли согласно подобию свойств.